Как вам вот такая Она новость? подала на суд своих родителей за то, что они ее родили. И если вам кажется, что какой-то бред, в суде посмеялись, нет, она выиграла судебное дело, и родители обязали платить ежемесячно ей по $5000. Позже родители подали апелляцию, и ее одобрили, и теперь эта девушка возмущается тем, что а где деньги брать, ну что, придется работать? Я подала в суд на своих родителей за то, что они родили меня без моего разрешения. Я не знала, что мне придется становиться взрослой, искать работу, зарабатывать на жизнь. Я была бы против этого. Они не попытались связаться со мной каким-то способом до того, как я родилась, чтобы узнать, хочу ли я этого. Поэтому я подала на них в суд. Но с моими детьми другой случай. Я говорила, что иметь детей — это неэтично. Но в случае усыновления это нормально, потому что это не моя вина, что они в этом мире. Я стараюсь быть хорошим человеком. Так что если вы сейчас беременны, вам надо нанять медиума и спросить вашего будущего ребенка, хочет ли он, чтобы вы его родили. Но имейте в виду, если он не хочет, вам нужно прервать беременность, иначе в будущем он может подать на вас в суд. А знаете, что самое главное в этой истории? Самое главное то, что вся эта история – это выдумка. Не более того. Главная героиня просто опубликовала этот ролик на своем юмористическом канале. Там даже есть подпись, что все видео, которые опубликованы на данном канале, являются юмористическими. Ну и, естественно, никакой речи о $5000, о судах, апелляциях не было вообще в этом ролике. Никак не сказано и продолжения никакого не было. Все это просто уже выдумка чудо-авторов, чудо-блогеров. Даже сам автор ролика, вот эта американка, она потом в интервью газете сказала: вы посмотрите, насколько плохо люди изучают информацию перед тем, как реагировать.